Всем привет, это вновь влог «Один день из моей жизни». Сейчас время 6:30, пора собираться в школу. Чтобы вы понимали, до начала урока осталось где-то 6 минут, а я только еще топаю в школу. Ну ладно, опоздаем. Первый урок у меня биология. Желайте мне удачи. Все, я иду домой, и как вы могли понять, на алгебре было вообще нечего снимать, мы просто тупо два урока делали какие-то упражнения, это было на самом деле неинтересно, я просто тупо писала и писала. Сегодня у нас, кстати, отменили шестой урок, поэтому было всего лишь 5. Я покушала, немножко отдохнула, посидела в телефоне, потому что после школы это просто необходимо для меня, немножко расслабиться. Но мы не забываем про домашнюю работу, и на самом деле на четверку мне постоянно очень много, так как и алгебра, и геометрия всегда много задают. По алгебре аж 4 больших номера, там много решать надо, и по геометрии тоже много. А мне на танцы надо будет где-то через 2 часа, и я 100% все не успею сделать, поэтому точно нужно как-то ускоряться. Довольно-таки темно, будем танцевать. Я там, наверное, опять же вряд ли буду снимать, но тем не менее, я хочу вам показать, что я иду на танцы. Возвращаюсь обратно домой, сейчас буду кушать, делать уроки, которые все-таки я не наделала, конечно же. У меня осталась физика, ее нужно учить, потому что завтра самостоятельная. Плюс еще мне нужно будет маникюр, поэтому я не знаю, как я это успею. И вот мой сегодняшний ужин, курица и чечевица.